Несколько тракторов съезжаются с разных сторон площади Ленина и начинают в прямом смысле танцевать. То они едут словно вальсирующие пары, то нарезают круги подобно фигуристам. Все это называется городская сюита, действие которой станет центральным событием для города 2016. Ну, мы не слышали о подобных проектах. Просто очень захотелось вот на первый план поставить тех людей, которых мы не замечаем в обычной реальной жизни. Мы спешим все на работу, и где-то кто-то копошится, кто-то где-то что-то убирает, кто-то ухаживает за цветочками, что-то поливает. И мы практически не замечаем вот этих людей. Мы видим в лучшем случае вот эту технику. Идея была такова, чтобы показать вот мастерство и виртуозное владение профессией вот этих вот обычных людей, которые помогают нам благоустроить нашу жизнь. Всего в механическом балете задействовано около 20 единиц техники. Это и трактора, и бетономешалки, и автовышки, и грейдеры. Но, пожалуй, главные звезды здесь – это мини-трактора Bobcat. Так как они способны легко поворачиваться вокруг своей оси, то они делают такие танцевальные фигуры, которые, кажется, не каждый человек выполнит. Конечно, сейчас водители автомобилей и тракторов еще ошибаются. Но организаторы стараются сделать все, чтобы в день праздника балет прошел без сучка и задоринки. И это при том, что в окончательном варианте задача будет еще сложнее, потому что вместе с техникой будут танцевать и люди. Городскую сюиту организаторы называют уникальной постановкой, и причин тому как минимум две. Во-первых, это сочетание машин и танцовщиков. А во-вторых, в постановке участвует реальная рабочая техника, которая в обычное время работает на стройках и ремонте дорог. Но одним только балетом день города не обойдется. 11 сентября ульяновцы смогут обучиться разным ремеслам или даже попробовать себя в роли водопроводчиков на новом венце. На гастрономическом фестивале на Эспланаде предложат полакомиться разными яствами. Парк Дружбы Народов и Владимирский сад в этот день погрузятся в эпоху прошлого. И вообще, по словам организаторов, развлечение на празднике себе может найти любой ульяновец. То есть мы пытаемся показать в этом году город изнутри, все те службы, все, что помогает нам жить в этом городе, все, что обслуживает город. Поэтому можно будет поучаствовать, попробовать себя в роли парикмахера, в роли повара. Завершающим аккордом Дня города станет концерт на площади Ленина, где перед ульяновцами выступит Игорь Суруханов и группа «Город 312». Игорь Улитин, Юрий Конихин, новости дня, Ульяновская правда.